Убирает уже. Всем доброе утречко. У нас сегодня снежок какой выпал. Сейчас 8 утра где-то примерно. И вот смотрите, как уже у нас убирает полным ходом, ездят, чистят, все почищено, все убрано. А я, как всегда, чуть-чуть попутешествовать иду. Так, ну что, снегом вас? Со снегом. Ну вот уже и елочки в продаже. 66 евро с покасочкой. Так, Peugeot 2008, электричка, крутой салон. Вот такой экранчик там 3D у нас. Есть тумблерочки, маленький руль. Ну, такой прикольный, конечно. Места достаточно. Вот сзади сижу, места достаточно. Можно хорошо себе сесть. Опа, вот так вот. Вот так он выглядит снаружи. Такой вот крутой, красивый дизайн, конечно, здесь без слов. Все круто, красиво. Салон тоже мне очень нравится. Особенно приборная панель. Прикольное все. Вот так он выглядит. Сзади тоже места достаточно. Багажник, конечно, маленький, как для современных автомобилей, я считаю. Особенно если у вас есть ребенок. Вот, можете видеть. Если у вас есть ребенок и положить сюда детскую коляску, то места нет. А так, в принципе, ну, нормально есть. Пару чемоданов влезет. Ну и, конечно, есть несколько вопросов к Peugeot. В частности, Peugeot, скажи мне, что вот это такое? Это 2006 год какой-то там, да? Еще раньше даже. И вот здесь даже. Они не парились. Это тоже, это все старое. И нюанс, если поднять руль, я вот сижу высоко, и поднять руль, он перекрывает панель. Ну, примерно это то, что я сейчас вижу, вот так я сижу, он перекрывает. Надо опускать руль ниже, и не сильно удобно. И он не запихается вперед больше. Его можно вытянуть, вот, вытянуть, но дальше нет, и вот еще сколько места здесь. Короче, Peugeot не сильно продумал. Зато есть вот такая панелька прикольная. Здесь можно менять 3D, голограммы уже и так далее. Вот это да, прикольно. Климат вообще непонятный, неудобный. Здесь тоже не сильно понятно, не сильно удобно. Как-то я не разобрался, вот эти кнопочки все. Ну да, хорошо, что есть вот это. Но здесь не очень понятно. Вот это центральное, оно не нажимается. Как-то. Короче, машинка прикольная, но не сильно понятная пока. Ладно, поедем дальше. Итак, обещал же вам рассказать еще про дела домашние. Тут куча всего, конечно. Вот сейчас пришел с Акрополиса. Закупился... Так, камера, переключайся. Закупился лампочками. Сейчас надо поменять немного лампочек. Все они разные, как видите, разные разъемы. Лампочки поменяю. Потом посудомойку надо будет еще помыть. Мы, кстати, у нас не было посудомойки. Мы обзавелись посудомойкой. И теперь... Я не представляю, как мы раньше жили без посудомойки. Потому что посудомойка просто четко. Она поотмывала всю посуду. Посуда ранее не была такой чистой, как сейчас. Вот реально посудомойка моет очень классно. Ну, правда, для меня там было открытие еще море, связанных с посудомойкой. Но об этом позже. Поэтому сейчас буду дальше заниматься всякими домашними делами. Кое-что поставить, кое-что прикрутить, открутить такое. Как говорится, кроме подготовки к Новому году, еще хочется, чтобы все дома было отлично и на супер. Кстати, как проходит ваша подготовка к Новому году? Думал же, что буду вам сегодня видео снимать. У нас сегодня понедельник, день рабочий. Скоро уже декабрь. Думал, что буду вам видео снимать. Покажу вам лабораторные и все. Что вы думаете? Приехал
В универ к 9:30 вроде бы, пока там утром еще свои дела порешал. В универ к 9:30 приехал, начал лабу, все как всегда, все как положено. Как начали студенты приходить, те, которых не было целый семестр, они начали приходить и давай, вот, последнее занятие, а им все покажи, потому что они из 7 лабораторных ни на одной не были. Круто. Вот такие дела. Поэтому не было времени вообще что-либо снимать. От слова совсем не было времени. Что мне, конечно же, не сильно понравилось, потому что, ну, была надежда. Хотел поснимать, рассказать, показать, что да как. Но, к сожалению, не получилось. Так, слишком ярко. Сейчас вот пришел со своими образцами разбираться вечером. Уже вечер, у нас уже 16:44. Я пока там в обед съездил домой, нужно было кое-что приготовить. Вернулся, часик времени потратился. Сейчас вот буду заниматься образцами дальше. Потому что, как оказалось, понедельник день тяжелый, и, к сожалению, ничего не снял. Ладно, что-то я наговорил много всего. Сейчас покажу вам, как. А, я вам уже показывал, как выглядят образцы. Я сюда пришел только из-за того, что здесь другой микроскоп. Он намного лучше того микроскопа, что там у нас есть. Поэтому я сейчас этот микроскоп по нему посмотрю, все, сделаю фотографии и пойду дальше работать. Вот такие дела. Возможно, вам что-то еще покажу. Не знаю. Постараюсь.